опять премьера. Это произведение написано нашим вологодским композитором, присутствующим у нас на концерте, Дмитрием Анфимовым. Называется оно «Диана». Произведение появилось в 2009 году. Идея космического вальса пришла Дмитрию после знакомства с необычной личностью Дианой Шпак. С самого детства Диана была творческой личностью, играла на фортепиано, рисовала, снималась в рекламных роликах, озвучивала мультфильмы и фильмы. Сейчас за ее плечами богатый творческий опыт. Она и фотомодель, и киноактриса, и телеведущая, и даже писатель. Начали выходить ее первые издания книг. В ближайшее время Диана хочет испытать себя в кинорежиссере. Изначально произведение «Вальс Диана» было представлено в электронной аранжировке с эффектом космического погружения и подарено на день рождения. Артем Калининский сделал переложение и аранжировку для камерного ансамбля. Я хочу еще добавить, что в составе нашего ансамбля в этом году играет Сошина Вероника партию флейты. И еще, когда мы играли Фелицию, я забыла сказать, что аранжировку для этого произведения нам сделал Денис Баженов. Итак, Дмитрий Анфимов, Диана.